Недавно в Астрахани состоялся второй этап 12-летней спартакиады учащихся России-2024. Участие в ней приняли 13 команд из Южного и 5 из Северо-Кавказского федеральных округов. В сборной Дагестана среди сильнейших гимнасток была и воспитанница Каспийской спортивной школы имени Курамагомеда Курамагомедова Милена Кузяева. У нас просто была команда, которая туда поехала, которую отобрали. Вот. И мы хотели показать себя и туда поехать. Было сложно, потому что тренировки были не как обычно, а были более усиленные тренировки. Наступала я с 4 видами, вот, и БП тоже. БП – упражнения без предмета – в этом году впервые вошли в программу спартакиады. По словам юной спортсменки, с раннего детства ее интересовала художественная гимнастика. Она часто смотрела выступления и мечтала быть такими, как спортсменки. В 7 лет начался спортивный путь Милены. У нас рядом с домом была художественная гимнастика, и это была единственная профессиональная секция, и мы туда пошли, потому что тогда художественная гимнастика в Дагестане была очень неразвита. По словам старшего тренера сборной Дагестана по художественной гимнастике Джамили Амаровой, Милена всегда подавала большие надежды, ведь девочке присуще упорство, крепость духа, а также спортивные внешние данные. Когда я ее первый раз увидела, когда я только начала работать и увидела ее, то было сразу понятно, что у ребенка все данные, все возможности, плюс помимо ее фактуры, помимо ее природных данных, она еще и характером спортивным наделена, так что да, сразу было видно, что из нее можно получить результат. Милена Кузяева за 7 лет приняла участие во многих соревнованиях и турнирах и даже выступала на международном уровне и за границей – Азербайджане и Грузии. Как утверждает тренер девочки, оказаться в тройке лучших – это большая победа для художественной гимнастики Дагестана. А для Милены – это первая победа. Это было впервые в истории художественной гимнастики Дагестана, чтобы на соревнованиях такого уровня гимнастка вошла в финал и вошла в тройку. Это впервые. Много лет назад я тренировалась, да, я знаю, как в Дагестане развивалась художественная гимнастика. Такой результат – это впервые. И все, естественно, нас поздравляли, все были в восторге. Очень многие судьи, тренера Милену уже знают. Милена часто выезжает на различного уровня соревнования. Все девочку это уже знают. Все рады были за нее, все болели. Так что мы все были, в принципе, да, удивлены. Она может еще больше, но это уже успех, это уже результат. Ну, конечно же, она своим трудом обязана этим. Она поборолась. Эмоции от долгожданной победы переполняли команду нашей республики. Как утверждает Джамили Амарова, она первая узнала о том, что Милена стала бронзовым призером второго этапа летней спартакиады. Я увидела списки, ребенку ничего не сказала в ожидании парада. То есть она узнала об этом только на параде. Я сдерживалась, потому что действительно это было для нас счастье, это был результат. Конечно, это не предел. Мы дальше будем работать, чтобы у нас был еще лучший результат. Но вот такое первое достижение очень обрадовало. Сейчас Милена Кузяева по 8 часов тренируется в зале, чтобы принять участие в финале спартакиады, который пройдет уже на следующей неделе в Пензе. Участие в ней примут представители всех регионов нашей страны.